Мне надо прибухнуть. Адюльтер, адюльтер, 33 раза адюльтер. Из низов к верхам, посредством тёпания по головам. Смотрите, как много я читаю. Аж 250 страниц в день. Связь булочек с сосиской. Ну, понимаете. Привет и добро пожаловать в лавку Лавкрафта. Это последнее видео с книжными покупками в уходящем году. Накопилось очень много книжек. Я сначала думала снять всякие рейтинги, типа самые топ отрицательных книг, топ положительных книг. Но потом подумала, сниму-ка я самые хайповые видео. Это книжные покупки. Потом уже пойдем по рейтингам. В самом-самом конце, под оливьешечку, так сказать, посмотрим лучшие и худшие. Сегодня 20 плюс книг, и я надеюсь, быстро с этим разберусь. Начнем с моей любимой серии «Азбуки классики». У меня тут поднакопилось, сколько у меня, 5 штучек. Так, первое – это «Эпоха невинности» от Эдит Уортон. Вот, что меня ждет в этой книжке? Что-то про страсть меня ждет. Главный герой романа – Ньюленд Арчер, преуспевающий адвокат, в глубине души желающий настоящей страсти в своей обыденной существе. В своем обыденном существовании. Помолвка с милой боговоспитанной Мэй Велланд обещает ему благодушную и спокойную жизнь. Но ему явно она не очень нужна. Но когда кузина Мэй, графиня Элен Оленская, возвращается в Нью-Йорк после публичного скандала, Ньюленд попадает в сети, ее сети тайной власти и невыразимой красоты. И начинается скандал, интриги, расследования, все как мы любим. А тут еще все такое викторианское. В общем, взяла на пробу. Сколько тут у нас страничек? Я надеюсь, не забыть ее на своих полках. У меня сейчас книги вот так вот просто свалены, и я периодически забываю, что у меня есть. Вот недавно откопала для того, чтобы прочитать зимой Стину Джексон, что-то там про зиму. Не «Серебряная дорога», потому что я уже читала ее, она мне понравилась, а второй аромат, вот у меня тоненький лежит из фикс-прайса. Я такая, о, про зиму, интересно. Так что, может, успею еще в декабре дочитать. Так, здесь у нас 366 страниц, ну, почти 400, тут еще шрифт мелкий. В общем, такое чтение под венцо. Так, далее. «Королева Марго» Александр Дюма. С Дюма я вообще не знакома, ничего Дюма не читала. Потому что это что-то вроде приключенческое, а я такое что-то не очень люблю. Вот это все там бегают, что-то там прыгают, вот это все там машут мечами. Короче, не мое. Но тут вроде про женщину, которая там... Действие романа происходит в конце 16 века, во времена религиозных войн между протестантами и католиками. Можно подумать, религиозные войны когда-то заканчивались. Ради восстановления мира французской принцессы католичку Маргариту де Валуа выдают замуж за Генриха Наварского, лидера гугенотов, несмотря на имеющуюся нелюбовную связь с герцогом де Гизом. Дальнейшее событие разворачивается стремительно, как-то свойственно неподражаемым книгам Дюма. Короче, приключения, любовные интриги. Я так поняла, тут про коварную женщину, которую будет всякие интриги плести. И Дюма платили за диалоги, или это шутка какая-то, где-то я ее прочитала. Но вот пока я листаю, тут много диалогов. Люблю такое. Можно за день прочитать много и сказать, смотрите, как много я читаю. Аж 250 страниц в день. Я засмотрелась на нее в серии, по-моему, «Азбука большой книги», но потом меня задушила жаба. И я взяла мать. Дальше у меня чтец Шлинка, про которую я рассказывала в прочитанном. Так, держу ее небрежно. Вот. И я рассказывала про нее в прочитанном, не смогла вам ее вот так вот показать, что вот она у меня есть, потому что она вот в тех стопках лежала, и я вчера готовилась к видео. Как готовилась? Не то чтобы я писала сценарий, я просто откапывала книжки, которые я купила, вспоминала, что я рассказывала, о чем не рассказывала. И вот откопала чтеца, которого я дочитала, прочитала. Здесь по сюжету молодой юноша, которому всего-навсего 15, он вкрашивается в неюную, и у них случается связь. Не платоническая, а типа связь булочек с сосиской. Ну, понимаете. В общем, и, короче, они потом расстаются, потому что она его там бросает или что-то такое случается. И встречаются они уже при совсем других обстоятельствах. Он присутствует в зале суда,
Ну, не в качестве там адвоката или прокурора, он вроде учится и присутствует, чтобы научиться всему этому. И узнает в подсудимой свою бывшую возлюбленную. А судит ее за преступление. Она была надзирательницей в женском концлагере. Вот. Так, далее у нас, уже видела эту даму в красном, у меня Гюстав Флобер с такой же был обложкой в эксклюзивной классике. Это Элизабет Гаскел, «Север и юг». Я у Гаскел ничего не читала, но у меня есть два романа, это вот это «Север и юг», и у меня есть еще один, не помню, как он называется, про убийство, про девушку, там что-то такое, боже. Ну, в общем, а здесь сюжет что-то вроде вот в стиле, знаете, «Гордости и предубеждения». Он такой весь растако, и она такая растака, и они постоянно словесные перепалки, влюбляются друг в друга. Ну, что-то в этом духе. Я даже, наверное, зачитывать особо не буду. В общем, это такая love-hate relationship викторианская. Вот. Поэтому буду обязательно ознакомиться. Но я, кстати, в этом месяце планирую с тем романом вторым, вторым романом Гаскел, который у меня есть. Здесь будет обложка, я просто забыла, как он называется, вот с этим. Буду знакомиться в этом еще месяце, в декабре, вот сегодня, по-моему, 25-й, что ли, Рождество это католическое. И я заканчиваю читать одну книгу, про которую сегодня буду говорить тоже. И буду приступать к вот Гаскел. Надеюсь, что она мне понравится, потому что будет обидно анхолит нечитанное. Так, и последнее, Стендаль, красное и черное. Тут вроде про подлеца, который всех там обольщает. Давайте я вот, чтобы не вводить всех из себя в заблуждение, прочитаю аннотацию. Сюжет о честолюбивом и талантливом юноше, выходце из низов, выходце из низов. Придя к заключению, что в наш век деньги все, почему только в наш век, юный Жюльен Сорель приступает к своеобразному социальному восхождению, в сущности, сравнительно легко добивается поставленных целей. Среди множества предположений о значении романа «Красный и черный» можно найти версию, по которой Стендаль замаскировал под тайными цветами два чувства, бушующих в душе честолюбивый юноша, страсть как душевный порыв, как и безотчетное влечение к честолюбию, сопряженное с жаждой славы, признания, любви, любой ценой. Ну, в общем, это, наверное, восхождение из низов к верхам посредством тёпания по головам. И, в принципе, если герои даже мерзенькие, мне такое нравится, я читала этого... «Милый друг» Мопассана, мне понравилось. Поэтому я жду от романа примерно того же самого. Ну, и он довольно длинный, почти 600 страниц, ну не 600, 150. Так что в следующем году познакомлюсь, если не накуплю еще 40 книжек в январе. Ладно. Так, давайте отложим пока покет-варианты и перейдем к твердым обложкам. Начнем с вот этих двух. Сейчас, секундочку. Вот. Света с канала «Света читает», по-моему, я смотрела ее видео, и она рассказывала про эту книжку «Хроника семьи Козале». То есть это такая вот семейная сага, наверное, как сага о Форсайтах, которую я не читала, но все говорят, что она такая огромная, она охватывает пласт семьи, про всех рассказывает. Ну, тут то же самое. Тут даже в начале есть семейное древо, список действующих лиц, чтобы вы не запутались. Ну, как бы я быстро очень разобралась, что и что, потому что кто есть кто, вернее, потому что герои все такие разные и сразу запоминаются. Вот. Что еще сказать? Я могу сказать, что книжка издается в двух вариантах, в твердой обложке и в Европокете. Я заказала в Европокете, потому что я вообще думала, что она только такая есть. Я просто кинула в корзину букда 4, и мне пришли такие. Но потом, когда я на Озоне докупала, мне одна в твердой пришла. Я отказалась от нее и заказала в Европокете, потому что, ну, уже, камон, я уже начала в нем собирать. Поэтому если кто-то будет покупать и кому-то очень принципиально, чтобы это была твердая обложка, то имейте в виду, есть. Вот, а еще, ну, несмотря на то, что Европокет, и несмотря на то, что это Эксмо, который любит туалетную бумагу вместо бумаги, здесь нормальная страница, белая и приятная.
Так что я вообще советую. Тут такое, знаете, как викторианский... Ну, все у меня викторианское. Это не викторианское, конечно, это 40-е, там начало, конец 30-х. Первая книжка захватывает конец 30-х. И далее уже развиваются события. Там мне лично привлекло еще, что здесь будут описываться военные годы Второй мировой войны и как вообще она отразилась на разных пластах общества. Ну, я так думаю. Так, и что я мысль потеряла? Знаете, такое вроде как бы неторопливое, как будто легкое чтиво, а потом тебе как дарит по голове некоторые моментики, и ты такой, мне надо прибухнуть. Вот, поэтому советую тех, кто любит вот это все. Это, да, как пусть говорят, как пусть говорят. Вот за 40-м. Этой книжкой я гонялась. Не знаю, зачем я за ней гонялась, потому что вот эти издательства, знаете, как они делают? Они берут тираж, выпускают. Вот сколько, какой здесь тираж? Давайте посмотрим. Я вот не знаю, какой тираж написано. 4000. Это нормально вообще, нормальное количество экземпляров. Но они выходят в продажу там, блядь. Ой, простите. Выходит продажа 20 штук. И они такие уже, она заканчивается, берите скорее. В общем, я всегда на это покупаюсь. Я не знаю почему. И она заканчивалась, и я ее не смогла купить ни на Озоне, ни в Читай-городе, нигде не смогла ее заказать. Но заказала в Wildberries. И там даже скидка на нее была. Поэтому она теперь у меня. Значит, что? Я вот рассказываю, она и чё? Вы спросите, и что за эта книга? Это значит, у нас сборник мистических историй. Азбуки классики, вот в такой вариации выходили вот эти истории, по-моему. Но только они так тоненькие были, и их было там около 5 штук. Здесь у нас собраны новеллы и рассказы западноевропейских, американских и австралийских писателей. Всякие такие, типа, жуткие мистические истории, хотя они не сильно трогают. Порой хочется все равно почитать что-то такое. Здесь вот есть у нас разные-разные писатели, от Диккенса, заканчивая Бернардом Шоу, есть еще Амброс Бирс и... забыла, как его там... Монтегю, давай, где ты, как тебя... величать-то. А, Ротс, Монтегю, Ротс Джеймс. Ну, в принципе, я прочитала уже 6 или 7 рассказов. В принципе, неплохо. Лучше, чем у Чехова. О нем потом поговорим. Не спрашивайте. Так, далее. Еще одна книжка, за которой я не то чтобы гонялась, но она уже заканчивалась на 24, а потом она, конечно же, опять перестала заканчиваться и опять появилась. Это Коба Абе и второй сборник его. Здесь у нас ходит сожженная карта, тайное свидание и вошедший в ковчег. Уже в Коба Абе выходил «Женщина в песках» вот в такой же серии. Я подумала, ну, мне надо, конечно, я собираю Коба Абе, мне понравился он. И поэтому я приобрела. Так, как все сейчас букчиберы, скажу, что немножечко стало отличаться оформление серии «Большие книги» в лучшую сторону. Здесь стала матовая обложка, и вот эта вот книжка, разворот этот, он выпуклый и такой, и глянцевый. Вот. А сам вот этот корешочек, он глянцевый. А вот это вот матовое, приятно. Ну и оформление мне понравилось, очень красивое. Я не знаю, про что там, я не знаю, про что эти три произведения, не спрашивайте. Возможно, сделаем марафон «Большие книги», потому что они у меня имеют обыкновение накапливаться и стоят такие красивые, я такая... и ставлю на полочку. Потому что читать их, на самом деле, вот я вот честно буду, читать их не очень удобно, зато они красивые. Вот. Да, я сказала это. Так, дальше. Я купила, по-моему, на «Черной пятнице» на Озоне. Это «Саган. Женщина в гриме». «Женщина в гриме», значит, что, про что тут у нас? По-моему, тут такая аннотация невнятная. Что-то там траливали на педали и вообще в целом непонятно. Давайте поищем аннотацию и прочитаем ее вместе. Together. Самый длинный роман, самый занятный, не похожий на мои произведения, говорит Франсуаза Саган. Это искрящийся, с привкусом ностальгии, любовная история, написана с утонченным изяществом и юмором.
На борту лайнер «Нарцисс» во время круиза, организованного в честь знаменитой оперной дивы Дория Дориачи, под звуки оперных арий и хлопанье пробок шампанского создаются и распадаются пары. Казалось бы, все это немало не печали скучающих богатых пассажиров, но постепенно одна с другой маски спадают и называют драмой. Люблю такую драму, интриги, скандалы, все такое. Я же сказала, что аннотация ничего вам толком не скажет, но, скорее всего, там кто-то кому-то изменяет. Вероятно, никого, конечно, не убьет, но поизменяет друг друга. Адюльтер, адюльтер, 33 раза адюльтер. Дальше. Замятин. Тоже на распродаже взяла на Озоне. Почему бы и нет, подумала. Вот мне Замятин понравился самому. У меня есть серия «Эксклюзивная классика», вот этот роман. А другого, «Бич Божий», у меня нет. И больше вроде он ни в каком варианте не выходил. Кроме как вот в серии «Большая книга». Еще тут повести и рассказы есть. Поэтому я взяла. Это стоило что-то каких-то смешных 350 рублей. И я подумала, почему бы и нет. Хочу познакомиться. И как раз вот назревает. Я вот сама марафон только что придумала с вами. Серии «Марафон большой книги». По серии «Большая книга». И почитаем. Тоже похожая серия. Но она как-то современная классика называется. Это Мишель Фейбер. Книга странных новых вещей. Вроде как позиционируется как новый роман Фейбера. А это тот самый, который написал «Багровый лепесток и белый», который я еще не читала, но он у меня есть. Я читала роман, который вообще-то не всем понравился. Я бы сказала, что он никому почти не понравился. Это «Побудь в моей шкуре». По нему еще фильм сняли с Скарлетт Йоханссон. И куча критики было, типа, что это за дичь, трали-вали. Но мне понравилось, я люблю странненькое, поэтому я Фейбера скупала. Я купила, у меня, да, есть «Багровый лепесток» и «Белый». Такое красивое оформление у меня. Я знаю, что он в серии «Большие книги» вышел и есть в продаже. А у меня от издательства «Машины времени», что ли, так называется. Она такая большая, красивая, в супере. Ну просто... А не книжка. А здесь у нас... Я недавно сама аннотацию открывала, знаете, и я... Ну она такая тоже ни о чем не говорящая. Священник Питер Ли получает предложение, от которого не в силах отказаться, и отправляется в миссионера в невероятную даль. Оставить дома самое дорогое, что у него есть, любимую жену Беатрис и кота Джошуа. Путь его лежит в неведомые земли, аборигены которых жаждут приобщиться к учению Библии, книги странных новых вещей. Про аборигенов и приобщение к Библии еще мы сегодня с вами поговорим. Когда я буду рассказывать о другом романе, другого автора. Ну, как-то так. Думаю, это должно быть что-то интересное. Так, далее. Так, с твердыми пока отложим. У меня две книжки в твердой обложке останутся. И начнем с вами разбирать огромную кучу эксклюзивной классики. Значит, у нас Этель Лиан Войт. Ничего. Вот это вроде про парня, который вообще как-то типа то ли шпыняли, то ли что-то там типа его унижали, а потом он куда-то уехал, вернулся весь такой распрекрасный, крутой. И я как бы хочу, чтобы это было в стиле вот... Desperado. Sitting in a old Monte Carlo. A man who's out of hollow. Take it easy. Если это не так, не надо мне говорить, что это не так. Я буду ждать этого, хорошо? Чтобы вас не обманывать, сейчас я аннотацию быстро. Так, та-та-та-та-та-та. Значит, он Артур Бертон, молод, полный свободолюбивых идей, романтических иллюзий. Пережив предательство товарищей и любимой женщины, потеряв все, он исчезает, чтобы вернуться совсем иным, с чужим именем и внешностью. Но под маской возмужавший, насмешливый, едкого овода все тот же порывистый Артур. Я же говорю, он прокачанный приедет. Мне это нравится такое, типа... идет такое... Ну, вы понимаете, да? Ладно. Сомерсет Моэм и театр. Самый знаменитый роман, который вроде бы самый знаменитый, который издается во всех вариантах, практически как Орл. Вру, конечно, как Орл ничего у нас не издается. 1984 уже вот здесь. Так, значит, театр это самый, ну, это написано, что самый известный. Тонкая, едкая, ироническая история, блистательно умная актриса, отмечающая кризис середины жизни,
романом с красивым молодым хищником. Ну, мы такие любим. Молодой, красивый, она такая вся в летах. Прям как я. И у них роман. Пам-пам-пам. Ах, ах. А дальше у нас Фрэнсис Бернетт и маленькая принцесса. Мне понравился Бернетт и его, по-моему, «Таинственный сад». Я сейчас проспойлерю, но «Таинственный сад» войдет в топ лучших книг года, мною просчитанных. Поэтому вот я увидела новенькую и взяла. Значит, лондонский пантеон, кажется, выросший в Индии дочери британского офицера Сари Кру, настоящим раем. Ведь ее отец очень богат и к ней относится как к настоящей принцессе. Но все меняется, когда приходит весть о его разорении и гибели. Из принцессы Сара превращается в нищенку, над которой издевается жестокая директриса, превратившая ее в служанку. Однако Сара не теряет ни бодрости, ни присутствия духа и верит. Однажды справедливость восторжествует. Я думаю, что это будет хорошая история. Я просто уверена на 150%. Два сборника от Рюнуске Акутагавы. Итого у меня уже их три. Это «В стране водяных» и «Беседа с богом странствий». Я собираю его, потому что азиаты моя любовь, и я начала читать то первое, которое я купила в твердой обложке, мне понравилось, я подумала, ну выходит, ну надо брать, раз выходит, и будем потихоньку знакомиться. Я вот сборники читаю так по один-два рассказа в день, смежаю с чем-нибудь еще, потому что если читать вот прям скопом, 100% разочаруйтесь, потому что автор обычно использует одни и те же фишки из раза в раз. И если вы подряд читаете рассказы, это очень может примелькаться и разочаровать. Вот. Насчет миссионера и Библии. Значит, роман называется «Библия ядоносного дерева» Барбары Кингсловер. И вы думаете, что он у тебя такой замученный. А все потому, что я уже его прочитала. Это очень большое произведение. Оно охватывает много событий. Я бы даже не назвала это семейной сагой, хотя тут рассказывается про одну семью, про то, что с ними происходило. Я бы сказала, что это история о Африке, скорее. Африка здесь главный герой. Итак, у нас есть один миссионер, его жена и четверо детей, четыре дочки. И вот этот миссионер несет добро африканцам, решает ехать и просвещать их насчет Иисуса и религии. Так сказать, вы не в то верите, дурацкие конголезцы. Ну и с ним дальше случаются приключения. И знаете, что я вам скажу? Это все происходит на фоне революционных действий в Африке 60-х годов, когда была борьба за независимость. Поэтому вы понимаете, что, скорее всего, все будет не так просто. И вы будете правы. Я очень сильно советую эту книжку всем любителям драмы, семейных саг и всего такого. Значит, она выходит сейчас в серии «Эксклюзивная классика» в мягкой обложке и еще в серии какой-то там вообще богом забытой серии, но в твердой обложке. Поэтому если вы любите эти саги, вам 100% понравится, поэтому берите в твердый. Я вот пожалела, что не взяла в твердый, но с другой стороны, я бы ее еще вообще не взяла, потому что я ту серию вообще не знаю. И я увидела новинки эксклюзивной классики, прочитала аннотацию, которая в этот раз была даже нормальной, и взяла. И не пожалела ни разу. Поэтому вот, советую. Так, мы приближаемся уже к финалу. Кого я обманываю? Тут еще 6 книг. Так, «Сэй Сёнагон. Записки у изголовья». Я уже 150 лет не могу просто сказать, что у меня эта книжка есть. Это грустные, веселые бытовые сценки придворной жизни, великосветские анекдоты, картины природы, философские размышления. «Записки у изголовья» признаны еще при жизни автора безоговорочным шедевром, ставшие своеобразным бестселлером. Почему-то мне запомнилось, что это вроде как дневники какой-то служанки японской. Я могу ошибаться, поэтому, если я ошибаюсь, фиг с ним. Я обязательно прочту, но вы знаете, что я обожаю все это азиатское, изила. И я обожаю пухлую газетку. Так, это Ширли Джексон, «Призрак дома на холме». Я не знаю, почему «Призраки» написано. И «Мы всегда жили в замке». Оба произведения я прочитала. Они мне нравятся. Ширли Джексон я собираю. И мне пришлось купить именно в этом издании, потому что в серии
который называется что-то вроде библиотеки Стивена Кинга. В общем, обложку здесь повесила. Вот так она выглядела. Она уже не выходит. Будет эпично, если она, конечно, выйдет дополнительным тиражом, но я в этом сомневаюсь. Поэтому, чтобы у меня Шерли Джексон была собрана, и тем более я хочу перечитать в этом месяце. Ох, я губу раскатала. Осталась-то неделя. «Призрак дома на холме». Вот. Поэтому я взяла. Вообще, вот эта именно книжка, вот это издание, оно говёное. Тут туалетная бумага и... Мне не нравится обложка. По-моему, это сериальная обложка. Да, Netflix тут еще написано. Кого же мое радостное удивление было? Может, я рассказывала об этой книжке уже? Это Сильвия Плат, а я рассказывала на своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Я там много чего делюсь новинками и вообще всякими мыслями, и всякой бельбердой, и комментарии открыты. Так, значит, это Сильвия Плат. Сборник рассказов, который называется «Мэри Вентура и Девятое королевство». У Сильвии Плат это поэтесса. И единственный роман «Под стеклянным колпаком» в прозе я, конечно же, покупала и прочитала уже давно. Он про депрессию, он меня очень впечатлил. Значит, на Литресе я ознакомилась со ознакомительным фрагментом этого сборника рассказов. И мне понравилось. Вот знаете, блин, на Литресе я не ознакомлюсь всякой билиберной и покупаю. А тут я решила, блин, ознакомиться с автором, который мне, в принципе, понравился. И, в общем, взяла вот этот сборник. Знаете, по стилю очень похоже на Ширли Джексон. Это немного странные, пугающие такие рассказы. Поэтому, если кто-то увлекается всем странненьким, непонятненьким, я советую. Особенно, если вы любите Ширли Джексон, как люблю ее я. Берите, не пожалеете. Так, осталось три книжки. Эксклюзивная классика и «Дела семейные» Рахинтон Мистри. Или Мистри. Так, что значит, роман «Дела семейные» вошел в шорт-лист Букерской премии. Мне это уже пугает. Всю свою жизнь профессор литературы из Бомбея Наприман Вакилев посвятил другим ученикам, в которых снова и снова вкладывал душу. Женщина, которая женилась по неволе, из чувства долга в действительности любя другую. Ну, вот я, по-моему, поэтому и взяла. Потому что аннотация, она меня сразу заинтриговала. И я надеюсь получить что-то такое же интересное, как «Библия единосного дерева». Но не бывает так много всяких хороших совпадений. Хотя, кто знает, и страниц здесь не меньше. 620. 630. Поэтому, если кто-то любит подобное... Чему он там посвятил свою жизнь? Профессия литературы. Ну, хорошо, это не религия, а то было бы еще интересненько. Там религия, тут религия, ну, хотя бы литература. Это, значит, у Нархинтон Мистри, это известный канадский писатель индийского происхождения. Мне лично напрягает, конечно, что это роман, который вошел в шорт-лист Букеровской премии. Я не люблю романы, которые входят в Букеровские премии или какие-то либо премии, потому что обычно это истории, как пишущиеся... Во славу хайпу какому-то, во славу современным всяким повесткам, и чтобы эти премии получать. Ну, надеюсь, с этим все будет по-другому. Предпоследняя книжка — это Маргарет Этвуд «Слепой убийца». Она у меня, видите, даже запакованная, я ее даже не распаковывала. Значит, Маргарет Этвуд я уже читала, я пыталась читать ее трилогию. Не помню, как эта трилогия называется, но первая называлась «Оникс и Коростель» или «Орикс и Коростель» или что-то такое, вроде про постапокалипсис. И мне вообще не понравилось. Она какая-то пошлая была и в плохом смысле странная. Не как мне хочется, не как мне нравится. Но я много раз слышала именно об этом романе, который вроде роман в романе, что-то детективное и супер накрученное. Не как обычный детектив, типа «Пять трупов лежали на асфальте, шесть полежал в колодце, вот это все, детектив какой-нибудь пу-пу-пу, пришел, там расследует, это вообще мне не нравится». А здесь вроде все иначе. Это история двух сестер, Айрис и Лоры, которые кажутся простой лишь на первый взгляд. Все, больше тут ничего не написано, написано, что это удивительная, загадочная история. Поэтому я и взяла. И последнее. Последнее это Колин Маккаллоу «Порочная страсть». Боже, это уже выглядит даже как просто какой-то женский романчик.
Ну, что это и есть женский романчик. Но это Колин Макао, который написал «Поющий в терновнике», а мне этот роман очень понравился. Это прям настоящая семейная сага, и я люблю семейные саги. Но тут, конечно, не семейная сага. Тут, значит, только что завершилась война. Снова светит солнце, цветут цветы, и мужчины, и женщины, такие, как медсестра из военного госпиталя Онор Лангтри и ее пациент Майкл Уилсон влюбляются в друг друга. Однако в жизни все никогда не бывает легко и просто. И приходится принимать решения, зачастую имеющие самые неожиданные последствия. Не знаю, каким-то последствия. Вроде звучит пока что, что они могут друг другу влюбиться. Может быть, одному 15, а другой 45, я не знаю. А может быть, наоборот. И вообще, эту книжку пора запретить, но будем знакомиться. Вроде Макалу очень много написал. И смотрите, еще опять творят. Несколько вариантов бумаг в одной книжке. У меня это уже, блин, уже 80-й раз. Ну, шучу, конечно, третий, но все равно напрягает немножечко. Так, это были пока что все книги. У меня, конечно же, еще на Озоне висит куча новых заказов. Я еще сегодня в Читай-город ходила. Поэтому, естественно, книжные покупки вас ждут. Я хочу, чтобы они вас ждали. Не будем загадывать. Я уже не хочу ничего загадывать. Хочу, чтобы просто 23-й год был хорошим, спокойным, добрым, ласковым и полным классных видосов о покупках и прочитанном. Вот. Всех люблю и целую. Обязательно пальчики вверх ставьте и комментарии пишите. Например, что вы купили кому-то в подарок или себе любимый в подарок. И всех целую. До скорых встреч.